после фабрики с апельсинами мы приехали сюда, в порт. Сейчас я вам покажу, что же находится здесь. Очень похоже на Аланию, море, маяк. Сегодня очень ветрено. Айхан делает прямой эфир. Также здесь есть рыбаки. И посмотрите, какая погода. Погода сегодня у нас стоит пасмурная. Но я думаю, что летом здесь очень красиво. С дороги на апельсиновые сады. Сейчас у меня опять намокнут все ботинки. И посмотрите, Айхан в апельсинах. Просто бесконечное количество апельсинов. Очень классно, здорово. Я прям мечтала побывать. Айхан Бурдавак в апельсиновых садах. У меня уже промокли ноги, ну фиг с ним, беним, а я колобчок шею. Мы в апельсиновом саду. Посмотрите, как классно. Апельсинчики свежие. Айхан Бурдавак, Некадар Порта Калвар. Во, смог? Наш прощальный кофе с друзьями из Кумуджа. Через 20 минут мы отправляемся обратно в Аланию. Везем с собой несколько ящиков апельсин, перец, помидоры. Ну, в общем, все самое вкусное. Все, друзья, мы уезжаем. Всем всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Хорошо, мы уже на автовокзале Анталии. Наше небольшое путешествие в Финики закончилась. Кумуджа привезли с собой. Посмотрите, целый огромный ящик апельсин, перца, еще там баклажаны, мандарины. В общем, все вкусное и свежее. Поэтому, друзья, вы тоже путешествуете по Турции. Это очень интересно. И если вы заметите, что в своих видео я называю какие-то вещи не своими именами, например, ящики называю коробками, кружки, чашками и так далее. Но, к сожалению, русский язык у меня не активный, поэтому могу кое-что забыть или перепутать. Ну, а на сегодня с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.